Всем привет, мои друзья! Вы на канале Ушастик, и мы с вами также проходим Tomb Raider. Желаю вам хорошего просмотра. Так, где упоры, блин, их тут столько много. Сразу я начал записывать. Вот. Почему? Пока если у меня время есть. Будем записывать. Блять, почему их так тут много? А? Вот это пидора надо убить. Заебал за мной бегать. Блять, как ты меня заебала. Ой. Убили, ладно. Да как он не умер, блядь? Ну чё за бред, а? Там же огонь был, я то туда же попал. Ждем, 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 ждем. Ну ладно, не ждем больше. Суки. Да че ты прыгаешь, как обезьяна? Блять, убивай их лучше. Прыгать, блять, как обезьяна. Во. Ебануться просто. Так, ждем этих блюдков. Ну, заебись. Бля, я не знаю, что сегодня со мной, ебать, я просто косой, блядь. Я не могу понять, что это за хуйня сегодня. Блядь, я начинаю стрелять, он убирает, сука, свою голову. Ну, пидор, а. Где этот, сука, блядь, какой за мной все бегает. Заебал ты меня, блядь. Сдохни уже, блядь. Я хоть все патроны потрачу на этих уродов. Поебать. О, он живой вообще, блять, ему похуй. Че ему, блять? Давай подеремся. Понятно, нахуй. Ну, блядь, ну, ёбаная, ну, стань дура, ёбаная, блядь! Разлеглась, нахуй, корова, блядь! Ну, уже бесит меня, ну, правда, блядь. Сдохни уже, ёбан ты в рот, блядь. Да, блядь. Да хуй на нее, твои это строится. Блять, ляжет, как эта дура, блять, ну реально. Отлично. Что еще можно прокачать? Так, что я хотел прокачать? Это быстренько. Вот это. И также быстренько мы захороним.
Так, понеслась. Нам туда, заебись, как нам туда попасть. Понятно. Бля, а у меня этих нет, да? Вообще ноль. А, нет, есть. Не, нету. Ну, пособирайте их. Во, отлично. Бля, да какие они жесткие, эти твари, а? Пиздец просто. Ой, дура, блядь, тоже еще одна овечка. Пиздец, какие они жесткие. Просто они жесткие. Так, ладно. Я думаю, у меня есть, да? Нет. Ну-ка. Ой, бля. Вот просто взял, все потратил. На этих уродов. Реально. Твою мать. Да шва ты хуйней заниматься. Блин. Не, ну а что делать? У меня этих нет. Ну-ка. А, можно без них. Ладно. Запрыгни, блядь. Отлично. Блин, все патроны потратил. Как воевать будем? А, я вообще понять не могу. Ай, блядь. Патроны нужны. Это дает. А, понятно.
Я забыл. Неправильно я сделал. Бля, я сейчас вот думаю, что мне делать. Я все патроны потратил. Бля. И ничего такого тут нет. Ни патронов, вообще ничего нет. Так, я думаю... Подожди, я думаю, мы можем же сделать, да, патроны? Подожди. А, ну понятно, хуешки. Облом. А не патроны тебе. Ладно. Да, дофига их там. Пиздец, короче, понятно. Там надо быстрее все делать. Так, думаем быстро. Ну лезь, ну чё ты, блядь, ну ёбана ты, коматина. Ну чё? Ты уебаться вниз хочешь? Блядь, я её понять не могу, эту, блядь. Заебало.
Ебись, пошел нахуй отсюда. О, ну смотри, тут у нее есть патроны. Ебать, ну куда ты? Софья, где ты? Отлично, мы сейчас можем собрать патроны. Мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мы не любая дочь. Сука! Блядь, не знаю, ну что такое сегодня? А и косой какой-то. Отлично. Ебанатый врат. А, ну понятно. Да все нормально, я понял. Нормально, сейчас хоть все патроны соберем. А что я на этих уродов, ну реально, я столько патронов потратил. Ты просто капец, блин. Лара, найди укрытие. Мы начинаем обстрел, а ты на открытом месте. Дороги назад нет. Правильно, пиздитесь. Пиздитесь. Блять. Ждем. Не лезем. Все, боимся. Бля, я тебе этот калаш, сука, в жопу запихнул. Ты куда хуя, правда?
Хуя ты метка. Тварюха, блядь. С ебаными гранатами. Черт. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Ну-ка, а что это такое? Блин, что-то не показывает больше. Ну ладно. Все собираем. Чисто все собираем. Почему патроны мне нужны? Это, блин. По-любому. Так, ладно. Прокачать можно, да? Отлично. Давай быстренько мы вот это прокачаем. Вот этот. Не знаю, что такое, блин. Ну, сегодня я какой-то, я не знаю, косой. Блин. Сегодня что-то я не знаю. Так, не туда. Ну что самое главное, мы нашли наши патроны. Почему я говорю, я на тех уродов столько, блин, патронов потратил. Это было капец. Нехорошо. Всем отрядам, вижу кровь. Не дайте ей войти в палату душ. Можешь попасть по нему из трепешета? Попробуем! Приготовься! Навряд ли тебе удастся по нему попасть! Будем пытаться! Погоди! Перезаряжаем трепушет! Отсюда нам по нему никак не попасть! Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз. Погоди, мы заряжаем трибушет. Мы готовы выстрелить из трибушета. Только дай сигнал. А, я могу сигнал давать, да? Все понятно, окей. Ладно, 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 ладно. Не-не. Еще не надо. Блять, он меня хуярит. Запускай! Запускай! Погоди! Перезаряжаем трибушет! Корова! Ждем твоего сигнала! Ой, бля. Сейчас эти мозги поебем. Хорошенько. Все готовы. Стреляем! Вертолет летит слишком быстро. Мы точно по нему не попадем. Погоди, у меня идея. Попробую подстрелить огненный шар, когда он будет после вертолета. Надеюсь, получится. Будем наготове, только подай сигнал. Блядь, ну и не идет никак, никак не идет. Никак не идет.
Да подожди. Мое оружие не годится против меня. Все готовы! Стреляем! Вертолет летит слишком быстро! Мы точно по нему не попадем! Погоди, у меня идея. Попробую подстрелить огненный шар, когда он будет возле вертолета. Надеюсь, получится. Будем наготове, только подай сигнал. Ебанутая хуйня, это что за хуйня такая, блядь? Ну не хулиган, не хулиган. Вот шлюха, а вот ну конченая шлюха, а. Блять. Пись за урод, блять, а. Нихуя что-то не работает. Ну сейчас что, просто возьмет и убьет, и все. Больше нихуя. Да какой выстрелить? Сейчас, блядь. Давай попробуй. Может он хоть подтебется от меня. Не знаю. Лара, мы уже готовы стрелять. Только подай нам сигнал. Угу. Какой нахуй сигнал? Я не могу понять, что должно быть, блять, а? Вот, вот это я не могу понять, может что-то я неправильно делаю, а? Подожди. Я опять на этого пидора просто патроны потратил. Да какой сигнал нахуй? Блять. Стоп, я давай! Стреляем!
Подготовься, приготовься! Попробуем еще раз! Ну косые, как не знаю, что, блядь. Надо дать насечку, чтобы стреляло из требушета. Ну-ка, спустись вниз. Я его что-то посмотрю. А почему она вот эту хуйню не берет? Мне интересно. А, понятно. Почему? Че она умерла? Какой понт это не дает? Ну-ка, подожди. Я готова! Команда! Стреляем! Отсюда нам по нему никак не попасть! Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз. Погоди! Перезаряжай ребушек! Нихуя я не понимаю, что делать. По-любому мне его надо как-то потормозить. Бля, забыл просто, как он, сука, проходится. Да ему похуй вообще на них. Как оно, сука, не попало? Все равно никакого нету понта. Надо дать знать Софье, чтобы стреляла из требушета. По-любому что-то я неправильно делаю. Шары из греческого огня. Другого способа нет. Да, но я их стреляю, но они мне что-то ничего не помогают. Огонь! Она не велела запускать!
Короче, не знаю. Ну, оружие не годится, это понятно, я уже понял. Ну... Не могу понять. Как этого ублюдка убить? Мы точно по нему не попадем. Погоди, у меня идея. Попробую подстрелить огненный шар, когда он будет после вертолета. Надеюсь, получится. Будем наготове, только подай сигнал. Я думаю, подожди. Запускай! Вот так. Ну тоже нет. Отсюда нам по нему никак не попасть. Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз. Погоди, мы заряжаем трибушет. Ну, блядь. Короче, подожди. Хуй понять, что делать, правда. Я не знаю просто, что делать. Надо посмотреть, короче. Подожди. Я просто не знаю, что делать. Без понятки, реально. Сейчас я посмотрю.
Все понятно, короче, как там надо. Все. Уже знаю. Блять. Мам, промахнулись, ладно. Погоди, мы заряжаем трибушет. Лара, ждем твоего сигнала. К выстрелу готовы. Сейчас. Стреляем. Что получил, сукин сын? Могли сразу сказать, блять, ёбана в рот. Отходим. Да хуя их. Вот, а ну что, эти, блядь, пришли, ебаные. Правильно, блядь, убивайте их. Ну иди нахуй отсюда. Лара, он снова направляется к тебе. Я еще не закончил. Нахуй, подожди, меня сейчас убьют, блядь. Подожди, блядь. Ой, блядь, вот эти мандавошки ебаны. Как они заебали меня, блядь. Вас еще тут не хватает. Работали. Топки, приготовься. Попробуем еще раз. Погоди, мы заряжаем трибушет. Блядь, ну реально, вот нам, ну они не хватали еще. Сука. Мы готовы! Ждем твоего сигнала! Надо дать знать Софье, чтобы стреляла из трибушета. У тебя нет шанса. Запускай! Она не ела запускать! Отлично. Да-да. Да блять, да что такое? Ебать я косой. Плохо. Лара, нас атакуют! Мы пытаемся прибить этого подонка! Убирайтесь оттуда! Нет, мы будем драться до конца! Спасибо, Софья. Все, блин. Лара, берегись! Он направляется. Ай, блядь, заебал он уже нахуй. Ну сколько раз ему надо? Блядь. Бред.
Да-да, подожди. Вот и все, блядь. Да их так хорошо не вижу. Нашла ты этой хуйней заниматься, а? Ждем. Пошли нахуй. Нахуй пошли. Ну беги. Ну чему ты не бегаешь у меня? Я, блядь, это понять не могу. Почему оно у меня не бегает? Тебя ты какой-то, блядь, не знаю, бружелетник, блядь. О. Стволы есть хоть? Нет. У тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Да, это тоже я найду свою могилу. Ты чё такой умный, пидор, блядь? Я туда, ты туда, я сюда, ты туда. Он пидорасик умный. Сразись со мной! Хватит прятаться от меня. Ты же сильнее своих друзей. О боже. Я тебя вижу. А! Интересно. Ты смотрела, как твой дружок Иона подыхает от пули в брюхо? Ну и сколько его долбить? Может, пока ты прячешься? Ладно. Ну что за миссии ебанутые? Вон у нее ствол. Че, он стволы забрал, блядь? Калаши забрал. Чего ничем нельзя убить? Ну че за ебанутая ствол? Ни союзник, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Тебе не скрыться. Намного сильнее отца, он бы так долго не протянул.
Отлично. Это не моя судьба. Меня ждало величие. Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это. Ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он молил о... Давай же, давай! Он молил о пощаде. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить... Пошел нахуй. Будь ты проклят. Вот-вот, блядь. Забери, что там нужно было. Или надо было с ним поговорить? Анна! Стой! Ваша армия разбита. Твой брат мертв. Нет, вот что несет ваша троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яша, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Убей ее. После того, что один Крофт погиб из-за него. Совсем ебанулась. Убей ее. А, сейчас ее натянут. А я не. Сейчас тебя натянут. Че ее убить не могла, блядь, ну пушку же держала, ну ебани ей в голову и все. Нет, блядь. Ой, ебана ты в рот. Ну блядь, сбивает, ну что ты, блядь, смотришь. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время мне умереть. Прости, я
всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Ну, я думаю, все, да? Это финал у нас был. Я прослушивала эту запись 1000 раз. Но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует. И он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Во-во. Да, думаю, это все, ребятки, конец. Ох ты, блин, что мне все зеваю. Да, это конец. Вот, и... Спасибо за просмотры. Также спасибо за ваши лайки, и мы с вами еще увидимся на Tomb Raider в третьей в части. Всем пока! Анна, ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но... Я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Нет! Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано.